Привет! Меня зовут Агалакова Наталья. Я художник, живописец, педагог и арт-терапевт. И ты сейчас видишь кадры с моего второго дня рождения проекта «Арт-завтраков». Этот проект я создала тогда, когда была в декрете. И мне очень не хватало практики. Я хотела рисовать скетчи, встречаться и общаться с теми, кому интересно было искусство. И тогда у меня появилась такая классная идея, как объединить эти три желания, как встречаться с друзьями, с клиентами, с учениками, рисовать, выпить кофе, позавтракать. И все это обязательно должно проходить в видовых местах, потому что в 100% случаев я рисую только с натуры. И мне нужны были, конечно же, какие-то очень красивые архитектурные места, локации. Тогда я предложила в своем тогда еще очень маленьком канале в Телеграме участие своим бывшим ученикам. Не бывает бывших учеников, но с точки зрения декрета бывают. И они поддержали эту идею, и вот уже 2 года каждую неделю, каждое воскресенье, иногда даже бывает и в будние дни, проходит арт-завтрак в разных локациях. В Петербурге также были завтраки в Москве и в Сочи. И я очень надеюсь, что этот проект принесет очень много положительных эмоций каждому участнику. И, кстати, сюрприз будет такой, что я буду организовывать большую выставку всех участников арт-завтраков в этом году. В самом красивом месте мы устроим вернисаж с работами каждого, кто присутствовал на арт-завтраке. Поэтому я всех жду, люблю, спасибо вам за то, что поддерживаете проект. Пока-пока!